Всем привет, ребят! Ну что, будем пробовать сегодня выбить нового героя. Не буду затягивать, сам уже очень хочу его выбить, посмотреть, что он может. Плюс у нас акция на трату самиков. Так, ну поехали. Давай, китайка. Удиви нас. 180, 2000. Атлант. Я не удивлюсь, конечно, если он не выпадет здесь. Как и огнекрыло, мы сначала на основе собрали. Так, ну, повторочки пока падают. Надеемся, что мы его достанем сегодня. И сразу Фрея. Вот так вот. Как обычно. Читерные у меня роллинги. Душек. Тыква, капитан Дрейк, ведьма, сердцеедка падает неплохо. Ну, рандомчик, давай. Хочу нового героя. Валька. Так, ну. Одни сердцеедки падают. Так, смерть, хранитель, купидон, ворожей. Упадает все то, чего нам уже не надо. У меня, в принципе, все герои есть, весь аккаунт укомплектирован уже. Но будем трешивать до последнего. Анубис, вот так вот, ребята, вот это топовый роллинг. Фрея, Анубис уже выбили. Самые имбы. Так, Кенди. Ну давай, рандомчик. Сегодня много всего надо на китайке успеть сделать. Времени, как обычно, не так уж и много. Так, поехали дальше. Седна. Тоже повторки нужны. Укротитель, которого можно... Так, Риббит, Атлант. Ну, неплохо мы так на 30 с лишним к уже выбили легенд топовых. Но надеемся на нового героя. Надо первыми его затестировать и сказать: имба, не имба, Афина. Так, укротитель. Ронин. Повторочки тоже нужны. Бульдозер. Тут, блин, каждая... Две феи. Каждый новый герой, точнее, новая легенда, ты не знаешь, как он называется, и ты в ожидании чуда. Так, отлично. Фрэнки. Сучка. Так, рандом. Ну давай, соберись. Тут, к сожалению, я не могу так, как у себя, быстро нажимать. В принципе, могу, но... Так, там, по-моему, ниндзя был. Сейчас проверим. Чтобы вдруг не пропустить. Так, поехали. Интересно очень этого героя словить. Пофиг на всех остальных. Хочется именно этого. Я буду ржать, если он за донатные акции. Так. Ну, рандомчик, ну чё такое? Где эти легенды? Паладин. Сейчас просрём все самоцветы, нечем будет качать героев. Так. Ну, в принципе, мы не зря их просраем. Но все равно жалко будет.
сейчас мы посмотрим на него в описании. Отвлекусь от роллинга. Ну, вроде не методом доната. Можно просто за наем его взять. Поехали дальше. Будем ролить, пока не выбьем эту новую сучку. По идее, герой с четырьмя топорами. Возможно, будет бить сразу несколько целей. Точнее, он будет их бить. Интересно посмотреть на его анимацию даже. Так, ну паладин, это все интересно. Дерево. Нам нужен новый герой. Атлант. 80к мы уже угрохали на него. Рибет. Нахрен мне эти рибеты ваши. Блин, Десса. Рино. Рино тоже повторочки нужны. Ну блин, ну... Тока уже сролили. Попробуем ускориться. Три панды. Это означает, что типа хер вам, ребята. Так, гарпия, отлично. Это все хорошо. Но мне нужен именно он. Вот видите, чем плохо. Чем дальше, тем больше героев, тем реально сложнее будет получить то, что вам надо. Повелитель бури. Ну, повторка тоже, в принципе, нужна. Но... Второго будем качать. Сколько мы уже всего выбили? Нового героя пока нет. Дед Мороз. Тыква. Да, тут, наверное, походу они опять такой шанс сделали, что хрен его достанешь. Будем так делать. 150-450. Чую-чую, что придется сегодня дохренище слить самоцветов, чтобы его все-таки получить. Бигфут. Отлично. Смотрите, сколько мы топовых героев уже выбили. Все в одной надежде на этого героя. Еще один Бигфут. Это просто жесть, ребята. Обязательно должны поставить лайк. Роллинг топовый, я надеюсь. Еще один Рино. Это жесть. Ну, приди. Триантов дает. Триант паладин. Это жесть. Сколько я мог героев на это все прокачать. Ну, в принципе, мы так и так сейчас заберем. Так, ну где ты, блин? Это жесть, блядь, жесть. Это просто жесть.
сука, и не дают. Издеваются. Давайте так по Берику включим, чтобы мы не видели. Там еще немножко легенд подсыпало. Посмотрим. Не, не получили. Еще один ворожей. Тесса. 20к, ребят, осталось. Это жесть. Заклинательница. По-моему, только стрелка нам не хватает для полного счастья и комплекта. Так, давай дальше. Еще Бигфут, третий Бигфут уже. Так, Леди Лео. Ну, смотрим. 188 тысяч. И ни хера. Не выбили. Это жесть просто. Ну, будем дальше трешивать уже. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, как обычно. Я поехал дальше врюбанить. Дальше бомбить. Все, всем пока.